Ну что, дорогие товарищи, что-то не задалось у нас борьба с багами. Сейчас. Не Да. говори. И это получается какая у нас? Сейчас тебя приглашу там для начала. Разберусь в новом оверлее. Короче, я тебя пригласил, да, Advanced Options, Friendzone ли, да, Friendzone. То есть, получается, смотри, рампорт не работает, потому что что-то отваливается, и если в сингле, там, вот, у меня получилось зайти, потому что он сохранил чекпоинт, и я сразу на него выпал, то в коопе, где, ну, выпадаешь, и тебе заново просто все надо начинать, оно не сработало. То же самое и с дереликтом получается. Какой-то сумасшедший чужой выпрыгивает там, где не нужно. Вот, я так понимаю, потому что... Или что-то другое. В общем, не важно. Ну что, поехали домой, значит. Да? Поехали. Эх. Жаль. Ну ладно, убьем королеву, в смысле королеву. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ой, да. Что здесь произошло? Это как после пьянки, знаешь. Очнулся и не знаешь, что было. Да. А кто-нибудь объясните, что произошло? Ну, у нас же была такая фишка, что мы хотели корабль стыбрить. Потому что и Сулако, и второй этот самый десантный корабль размочили, и... Find a way out of here with Bishop. И Leave вот. no man behind, right? I'll try to get him out while you guys find a way to open the airlock door. I'll take Ой. O'Neill, Reed, and Hicks through the maintenance Что? hatch. That will get us inside. Я выпрыгнул. I say we have roughly 8 minutes until the Atmo breach. Я думал, там Don't невидимая argue! стена. Go! Там ее нету. Understood. Ну, планету увидел-то. Нет. How you doing in there, Captain? О, я появился. We got 8 minutes, sir. I'm gonna find a way to get you out of there. Are you out of your mind? Wait, get out of here! Bishop, the Queen is in the hangar with us. Almost there. Так, что делать надо? Что Stay out делать of надо? sight, Winter. Good plan. Цель — победить королеву. Need a sit rep. I can't risk opening the door with her still inside. Вот она. А, слушай, ее же надо, по-моему, выкинуть на улицу будет. Я помню эту миссию. Да, All чуть. Ears, Bishop. Я пока. Automation system is offline from the crash. Winter, you have to do it manually. Solid copy, Bishop. Make sure she's in front of the cargo launcher before you pull the Эй. release. Ты с другой стороны заходи. А я пока не понял вообще, куда заходить. А вон там спереди рычаг. Его нужно нажать. Да ё-моё, меня убили. А что ж ты... Чужой проколол. Вот ты и прокололся. А вот стал уменьшаться. А-а-а, ты где, ты где, ты где, ты где? Вставай. Да ё-моё, опять он на меня прыгнул, урод, а? Ой. И убил меня. Это я уже тебя. Ты слишком хорошо стоял. Так, окей. Я нажал там кнопку. Все перезагрузилось. Теперь надо куда-то там что-то нажать. Ты так королева какая-то такая.
Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Так, вот нашел кнопку, включаю реле какое-то. О, включай, да. Ты где? А там? Да. О. А, тележка, короче, отодвигается. Ага. Ой. Что дальше? Опять нажал на кнопку, опять двигается. А, типа надо куда-то дальше отодвинуть или что? Угу. Так, она на меня агрится. Ну, пока там действую. Чувак, чувиха, я здесь. Такой подсрочник дал. Ага, вот она. Ну, пошла, родимая. Это было быстро. Вот что мы делаем с билетниками. On the other side of this door is Michael Whalen. The reason we're all here. We lost the Sulaco flight. Вот он стоит рядом. Where you destroyed everything at the facility. We need him alive and we need everything he knows. Agreed? O'Neill, I need you on this one now. We can get these guys. Now wait, 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 before you shoot me, wait, just wait! Do you even know? Do you even know what you take away? Please, please, please don't do this. I'm just the face that runs the company. O'Neill, think about what you're doing. I'm done thinking. We got him, man. Just put the gun down. I can't do that. Someone has to pay for this. For Cruz. For Keys. For all the ones we lost. Don't make me say her name. If anyone says her name, I swear to God, I will blow his head the fuck off! Please, don't shoot. Do not speak to me, you sack of shit! Can I speak with you then? Bishop, get the hell out of the way, man! No. I'm not playing around, Bishop. If you don't move, I will shoot right through you. No, you won't, because Bella wouldn't want you to. I said, don't say her name! Он хочет целоваться. Было. O'Neill, shoot him. Hicks, what the hell, man? O'Neill, you're supposed to shoot him. This is how it's supposed to happen. Stand down, Corporal. Don't do it, O'Neill. Блин, такая убожеская модель у этого Хикса. Oh my God. I just shot your guy. We needed him. Look again. That wasn't real Whalen. Negative. How did you know that wasn't the real Whalen? You said we need to find out what he knows. 13 weeks and 4 days they had me. Spent hours a day in a room, torture after torture. Some days I could barely take it. When there's only two of you in the room, you notice when the other guy ain't breathing. Why not keep him alive? Because he would kill every one of you the first chance he got. That's its function. Bishop? I can download any data he has. This is a special model. We might get lucky. What do you need, Bishop? Clear a space and find a scalpel. Сначала стреляешь в голову, а потом данные хочешь выкачать. Да. There are tubes in my brain. Dumb question. Incredibly sorry. You ready, Bishop?
It's already downloading. Please give me a moment, Winter. Is this gonna work? It'll work. How do you know? You lost a girl too, right? Yeah. Me too. It has to work. Bishop, are you okay? Please tell me we got something. Меня зовут Майкл Вейланд. Это как этот Вален Ковенант, типа как там Уолтер и Дэвид. Подсадные утки. Быстро мы прошли. Да. Блин, я даже не успел насладиться стрельбой. Да. Да-да, да. Ну вот такая вот. Не, ну хотя бы она просто прошлась. Это уже достижение для этой игры. Ну что, Fire Team Elite? Ну, походу. Вон, Raven в GTFO начал играть. Да. Только что. Можно продолжить. Ну ладно, Silence Colonial Marines. Пока все. Я, может быть, попробую вот это в одиночке пройти, чтобы была дополнена коллекция. Так сказать, видосиков по теме. Вот. Ну, в общем, спасибо, что ты участвовал в этом празднике жизни вместе со мной. В этом артхаусном экспириенсе, да? Да, 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 да. Вот. Ну да, и в общем-то, ну, дальше будем Fireteam Elite. Да. Fireteam с удовольствием поиграем. Да. Ну, а сегодня что, будем еще во что-нибудь? Да нет, час 40, я думаю, что уже пора завязывать. Пора завязывать, я думаю, да, как бы надо. Не надо ломать свой график жизни. А то так. Я понял. Да. Завтра. Ну, хорошо. Я тогда тоже сейчас закругляюсь. Может быть, еще во что-нибудь поиграю чуть-чуть. Буду тоже закругляться. Ну, всем спасибо, кто смотрел. Да. Всем подписчикам спасибо большое. Да, спасибо, дорогие товарищи, что были с нами. Лайки, подписки, комменты, шары, донаты, все, что в ваших силах. И увидимся, ну, наверное, уже не в этой игре, хотя черт его знает. Вот. Ну, в общем-то, в какой-нибудь игре да увидимся. Главное, держитесь нас, и мы обязательно вернемся. Держитесь нас и держитесь, все будет хорошо, обещаем. Да-да-да, баги будут починены, но не в этой игре. Ладно, все. Ну все, всем пока. Пока.